Всем привет, привет, клуб Солнечный, это Ляна. Проводи. Allora, sei contenta, come va la telecamera? Слушай, она записана, рекорд, да. Она говорит, ты рада новой камере? Ну, короче, я не хочу уже всех... Это мы сейчас, короче, находимся, боже мой, мои мысли, мои скакуны. Это мы собаку вот решили выгулять где-то около 11 часов вечера. Кстати, на улице можно только находиться вот в это время. Саша с подружками. Только в это время можно находиться на улице, потому что жара вообще капец, конечно. Короче, не хочу никого напрягать своей видеокамерой, но скажу вам честно, не то, что я хотела. Я немножко расстроилась. Ой. И это самое, я немножко расстроилась, и я уже Карлосу, напрягла Карлоса, говорю, ну что теперь это? Будем ее, говорю, сдавать назад. Сейчас, подождите, это я зум проверяю. Но она хорошо днем очень снимает, днем очень хорошо у нее работает и зум. И все, сейчас, конечно, она вечером не так, но все равно. Но не то, что я, короче, хоть, ой, я прошу прощения, сейчас у всех голова закружится. Но не то, что, конечно, я хотела вообще абсолютно. И я говорю Карлосу, давай сдадим, блин, давай возьмем какое-то. У Симона вообще такого качества обалденно. Все, уже купила, все, не надо сейчас опять сдавать, пока отправка, потом ждать, пока приправка. Все, уже камера есть, и типа, короче, радуйся. Но все равно. Ну, кстати, снимает неплохо вот при ночной съемке. Это, короче, проверка, проверка. Спасибо за поздравление, кто поздравлял. Кира, 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 Кира. Ой, здесь, ой, Кира, извини, я тебе прям в прямом эфире. Здесь тоже хорошо собаку видно. Кира, 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 Кира. Тебе мама звонит. Ой, мама звонит, мама зовет. Звезды. Короче, сейчас, наверное, кто-то спросит, почему я недовольна этой видеокамерой, да? А где звезда где-то? А, вон она одна. Короче, скажу честно, я хотела, чтобы угол обзора был больше, да, как рыбий глаз. И я 100 раз у Карла спросила, перед тем, как нажать на кнопку, что я ее покупаю, я 100 раз спросила Карла, есть ли там... Не, Кира, 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 я 100 раз спросила, говорю, есть ли на этой камере угол обзора. И мне 300 раз он сказал, что есть. Что там написано, что типа угол обзора. Ну, короче, я не хотела, чтобы только меня одну вот это вот снимать, одно лицо и все. Вот из-за этого я только единственное, что я и расстроилась. Ну, радует то, что, видите, на той камере, которую я хотела, этот Canon Allegria Mini или Allegria Mini X, там не было зума. И, конечно, зум, как, ну, как называть. Вот, и, конечно же, я это самое, очень рада, что есть возможность приближать и показывать, ну что на далекие расстояния, потому что, конечно, я считаю, для блога это тоже очень важно. Вот, но тем не менее, сейчас пробую эту камеру. Я ему уже сказала, говорю, все, хочу, я теперь загорелась, как вот у Симонова Panasonic. Опять, Сереж, тебе привет, если ты меня смотришь. Вот, и я, короче, расстроилась. А что-то, непонятно, за гулянки такие ночные. Ну, снимает хорошо и ночью, по-моему. Так, ну что, ребят, давайте проверим, как она стабилизирует, стабилизацию. Кстати, там кто-то вот сидит. Моя уже такая вся та камера раздолбанная, ну, сам экранчик уже трещит даже, прям когда ходишь. Но я вам хочу сказать, что вот она год, она свой год отработала. Хотя она тоже стоила 170 или 180 там, евро. Вот, первую самую, которую я брала. Потом через год я взяла такую же. Panasonic у меня был. Ну, я потом покажу, меня, кстати, многие спрашивали. Я была довольна, она такая, знаете, маленькая, такая шпионская, ее, в принципе, не видно в руке вообще. Ну, вот. Но это тоже очень легкая камера. И что еще сказать? Что-то, блин, прыгаю с мысли на мысли. А, и все-таки, конечно, она свое отработала. Она отработала свое, но та батарея, конечно, не держит. Но я сейчас, вот сейчас уже эту купила, наверное, навряд ли быстро получится заказать батарею к старой видеокамере, потому что забудется. Вот, но все равно не хочу ее забрасывать, она работает нормально, она нормально снимает, в принципе. Сейчас, думаю, пройдусь, посмотрю этот самый, открыто ли, где мороженое продает, Саша мороженое просила. Так, ну все, завтра пятница, всем классных выходных, добрых, позитивных, чтобы на расслабухе все прошло.
Вот. Для меня вообще уже все пятница, это все. Я обожаю почему-то. Даже само слово пятница мне уже нравится. И суббота вместе взяты. Вот такие вот дела. Мы тоже как-то школу закончили. Я, кстати, снимала на последнем звонке, но, честно говорю, даже не хочется выкладывать, нечего даже, вон Саша моя побежала. Не хочется ничего даже заливать на YouTube, потому что это было еще хуже. Саша моя во всем черном. Говорю, одевайся, там, говорю, комары. Вот, и это самое, что говорила, еще хуже, чем в том году был этот концерт, мне ничего не понравилось, только расстроилась еще. Целый день на работе, я пятницу работаю целый день, еще потом там полтора часа стоять, это вообще. Кира! 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 Вени ква! Кира! А спрашивали, когда я здесь снимала видео, почему бабушка была на вот этой вот коляске с магазина. Она плохо ходит и денег нету купить на вот это специальные такие на колесах, такие, типа такой столик, да, чтобы вы устали, облокотились, там присели. Поэтому она на этой коляске облокачивается, во-первых, и ходит, она до конца не выпрямляется. Ну и, естественно, собака, ее бы, если бы она, ну, у нее собака, если бы у нее не было собаки, она бы вообще бы уже, наверное, давным-давно уже была в лежачем состоянии, но так как она, ну, типа, не хочет... Раньше времени складываться, хотела сказать. Господи, прости, что скажешь. То она, естественно, у нее есть собака, она с ней гуляет. И в эту коляску собака прыгает. И тем самым помогает, что она ее не тянет. То есть, если бы ее собака сильно-сильно потянула, естественно, бабушка попала. Она из Неаполя, неаполитанка. У нее даже говор такой вот. Перке, Карло? А? Перке, Лелеги? Ну, просто фури бене. Карло, самое его, какие плечи, а, Карло? Дала скинуть его любена, сай? Тяму танту. Я говорю, со спины ты, говорю, очень красиво. Я тебя люблю, когда ты со спины. Повара Кира, да, лашла полибера. Так, ну ладненько, ребятки, спокойной ночи, кто смотрит. Доброе утро. А он Кирсура, Алиундич, да? Ну да, я приближе не снимаю. А где? А. Лев 23. Ага. Мы уже это самое. Домой пойдем. Кира не нарадуется. Тоже собаку выводишь после обеда. Идти собака не хочется. Ну, сама по себе тяжелая, естественно, она. Вот наша машина. И не хочет она гулять, ну, а вечером, конечно. Quella griglia nera è tutta un'altra cosa. Prima era argentato, ti ricordi? Cosa? In mezzo alle luci, no? C'era queste due cose argentate, ora è nero, perché io l'ho fatta nero. Ma te la presa cerchi? C'è in cantina. Ah. L'hai vista? Нет, я туда що хожу часто, что ли. Пошли домой, доча. Идем, дочка. За вот этими он. За вот этими ездил. Ну, и вот эти вот забирал эти, как его. На колеса какие-то новые привез. Не колеса, а эти сами железки. Блин, капец. Нафиг они надо вообще. M3. Comunque, oh, questa è bella, ma se vede M3, questa sembra una bicicletta. M3 è più larga così. Ну понятно, это как велосипед, говорит, по сравнению с тем, что у него было. Нормально, Карло, какая разница, на чем ездить? Анки се кавалло, кавалло. Соседи, су кавалло, вай. Конечно, он каписка, зачем оно мне надо? Ты не понимаешь. Я говорю, так а мне не надо понимать это все, да? Да, кем он? Ну, давай, 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 Занзары. Говорит, в машинах не понимаешь, в собаках не понимаешь. Оно мне, я не забиваю себе голову. А? Конечно. А, анкетанто, а? Танто. Ой, так непривычно снимать на камеру, не бояться, что батарея это сядет. Двухэтажный поезд. Ладненько, дай, кем и Саша, андьяму. Да, Кира, дьяму?
Але. Саша, пошли домой. Andiamo. Да. Кира, andiamo.